А что если испепеление? Блин, надо было вот это убивать. Ой-ой-ой-ой, жесть, испепелялка наступил. Оба, испепеление работает. Сюда, дядь. Подожди, еще испепеление. Жесть, что это? Блин, ну реально имбово. Вообще жесть. Что это такое? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если... Испепеление, сказал бы я, если бы мы делали это видео. И мы делаем это видео, да, действительно. Сегодня я хочу сделать испепеление. Так, наверное, на Иксу, да, на Иксу. Сегодня будем делать испепеление, и как это будет у нас делаться, сейчас я вам покажу и расскажу. В целом, видосик у нас сегодня максимально простенький. Сегодня комбинировать будем, как обычно, Ская. Ская будем комбинировать через дестройера, и я надеюсь, это получится интересно. Самая приколюха в том, что смысл данной игры будет таков, что нужно будет раскочегарить Ская настолько жестко, чтобы душить с ультимейта. Я думаю, все это и так уже поняли. Ну и сейчас посмотрим, насколько это будет жестко и насколько лютое будет испепеление и прожарка этим петухом. Да, будем прожаривать петухом. Не как обычно петуха жарят, да? А сегодня мы жарим петухом. Это забавно звучит, но... Сейчас мы это все будем тестировать, все будем делать. У нас уже есть определенная стратегия. И посмотрим, как оно все будет получаться, ребятки. Обязательно поставьте лайк за это видео. Подпишитесь на YouTube канал, подпишитесь на ТГ, чтобы не пропускать анонсирование новых видосов. И прочую всякую другую тему, которую можно получать с моего телеграм-канала. А именно там розыгрыш капсов и прочая всякая тема. В прошлый раз, после розыгрыша я разыграл еще определенное, ну, сколько, небольшое количество, там, на 2, на 3 тысячи рублей, количество капсов я разыграл. Так что, ребята, такой смысл. Ну что ж, отправляюсь я на нижнюю линию. На нижней линии у меня имеется фарм. Я буду подфармливать на нижней линии. Че по оппонентам? В принципе, пик нормальный, только будут БМы. Я буду тут жарить ультимейтом, это, конечно, будет страшновато. Страшновато будет это. Это будет страшновато. Но мы справимся, я думаю. Я думаю, справимся. Так, немножко залагал у нас парнишка. Если он не отлагает, то сделаем быстренько ре, и вы не увидите ничего долгого. Просто сразу начнется игра. Ну что, ребята, для вас прошло пару мгновений, но мы сделали ре и, конечно же, начинаем нашу игру. Сейчас наша главная, основная задача, я думаю, это алхимику отобрать руну вот здесь, го тут. И начнем по чуть обузить уже эссенцию. Эссенция ауры — это очень жесткий скилл для каких-то нюкеров, которые будут пользоваться постоянно способностями и иметь возможность восстановить энный процент маны. Это реально очень годно. Я уже очень много видосов запустил и в целом выпустил, и перезапустил, и отпустил, и попустил, и задушил, и вытушил, и потушил, как говорится. Не знаю, зачем я это говорил, но да ладно, я стараюсь просто постоянно нести какую-то хрень, чтобы вам было кринжово. Окей, это же фановый видос, поэтому окей, кринж здесь, кринж на месте. Вот, и короче, под эссенцией можно просто нереально жестко обузить. И сейчас мы это будем обузить и в лейтгейме, поприкалываемся. Когда уже все соберем, будем первой способностью закидывать. Это будет очень жестко, посмотрим эффект. Гоу, 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 гоу. Гоу душить. Чуваки. Во, пошло, эссенция работает. Сразу же просто восстановил небольшой процентик. Опа, пошло дело. Пошло. Выпустите их, чтобы я мог кастить, и все. Выпустите, чтобы я мог кастить. И все будет огонь. Оп, хорошо. Вот эссенция два раза сработала, да, и просто бесплатный скилл, получается, у меня был. Я их сам харасю, получается.
Сейчас же уже по пол хп захарасил. Уже по пол хп. Жестко. Бей-бей-бей его нафиг. Ух ты, какой хитрый. Блочим-блочим. Пиника можно в атаку. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Винтру. Винтру. Хорошо, у меня мана кончилась. Мана кончилась, брат. Пойдет. Пойдет. Неплохо подрались, но жесть, сколько я аркан болтов закинул. Это жесть. Это просто нереально. Я реально очень много аркан болтов закинул за эту драку. Я просто соло размял всю вражескую команду. Это очень круто. Ребята, это очень круто. Это рабочая тема, это работает. Все, фармим. Наша задача фарм. И как можно больше различных количеств бладстоунов. Бладстоун изначально. И двигаемся. Все, у нас получится. Что там? Ха, Магнуса там все не отпускают, жесть. Ой-ой-ой. Просто Магнуса там не отпускают. Магнуса не отпустили. Ну-ка, восполни ману мне, плиз, чуть-чуть. Есть. Можно сейчас будет даже забрать. Надо чуть маны побольше. Надо двойку качнуть. Хорошо. Дестер работает. Молодцом. Мне ману накинули. Я только хотел ману себе накинуть. Так, первый крип в мусорку. Второй крип в мусорку. Печалька, но ничего. Но ничего. Интересно мне, как я буду испепелять вайпера в этой катке. Насколько жестко это будет, посмотрим. Я могу, в принципе, их сейчас даже отзонить, выгнать с этого лайна. Но хочется не просто выгонять, а убивать. Сейчас у меня двойка, на третьем левеле будет двойка. И можно будет попробовать забрать пацана на вот этом персонаже, да? Но его... Он уже сейчас пойдет, наверное, да, домой? Сейчас, третий левел будет. Так, вайпер начинает свою грязную работу. Грязную работу вайпер начинает. Хорошо, но я ластхитую. Эх, не направил. Оп, хорошо. Пойдет, можно чуть-чуть подушить. Стики их друзья. В этой катке. Первое, во что будем выходить, это Бладстоун. Естественно, чем больше зарядов, тем лучше. И посмотрим, сколько мы здесь в этой катке соберем зарядов. Если в видосе про шторма от колодца до колодца мы собрали 100 с лишним Бладстоунов, но там легко, там не умираешь, в принципе, то тут не знаю, сколько соберем. Надо будет смотреть. Посмотрим. Так, он качнул карасив, да? Он такой карасивый, да? Сейчас я сам себя буду сжигать просто. Так, поторопился. Го, ману накинем. Так, ну ушел. Винхед. Немного, если честно, проблематично. Вайпер, блин, он жирный сам по себе. Очень жирный. Оп, мана восстановилась. Мана потерялась. Опа, пришел. Ага, хорошо. Во, вот этого можно. Давай лучше его. Вот и лучше его душить. Лучше его. Но просто потом сможем вряд ли уйти, я так думаю. Потому что может вайпер не отпустить. Нам нужно ласхитить. Динаить крипов вражеских будет вообще офигенно. Так, не души. То есть поджигает он меня постоянно. Но попадает льдом только, а файром не попадает, успеваю отойти. Есть. Так, есть. Пускай, кстати, неплохая ласхит тычка. Это радует. Неплохая абсолютно. Отличная просто даже. Я выражусь так. Да хорош. Так, болт берем. Хорошо. Миссинг. Надо прям вот задушивать. Оп. Сразу. Только вышел сразу. Пошло дело. Хорошо. Сейчас немножко, да задушим его. Хорошо. Не успеваю накинуть. Надо все равно взять сапог. Сапог возьмем. И давайте еще хил дополнительно. Оп, отлично. Но они будут пытаться пушить. Будут пытаться пушить.
ты, нет, тут не надо меня убивать. Дядька. Я аж укакився. Хорошо. Филочек есть. Можно поесть. Все, сейчас без маны, без эссенции будет тяжеловато немного, но... Давайте соберем аркану. Она нам, в принципе, пригодится, я ее разберу потом. По фарму у меня все неплохо, я стою тут фармиюю. Сейчас левел еще будет. Левел будет. Хорошо. Так, не успел. Но сейчас я уже тут возьму аркану себе, и немножко побольше будет у меня маны. Ребятки, не забывайте смотреть другие видосы рубрики «А что если?». Там есть реально очень много годноты. Я рад для вас делать такие видео. И ребята, те, которые мне помогают делать эти видосы, это просто по кайфу. Тут у меня есть определенная команда, да, которая помогает чуть-чуть делать такие видео. Поэтому, ребят, спасибо всем, кто поддерживает. И кто, конечно же, смотрит эти видео, комментирует и ставит определенный лайк или дизлайк. Дизлайки тоже можно. От дизлайка тоже не страдаем. Дизлайки тоже можно. Ух, как я уже вайперу-то больно сношу с магией. Больно. Пойдет. Фарм идет хорошо. Готвин. Готвин хеда. Обойдем вот так. Или вайпа. Сейчас посмотрим. Смотри, начали обходить. О, гоу. Хорошо. Пошло дело, дядя. О, виктори. Давай, давай, давай. Лос забрал. Ой, Криса. Ман ему дам, да? Хорош. Вайпер сразу понял, начал вообще уходить. Вайпер сразу понял, в чем дело. Хорошо. Ульт на шестом брать не будем. Не вижу смысла. Пока берем задрачивалку, именно первый размакшиваем, да? Хорошо. Отлично. Давай попробуем размять его немножко. Может, разомнем настолько сильно, что он офигеет сейчас. А, не успел, меня Дестер проблочил. И что-то он и астрал мог дать, и все мог дать. Чего не жмешь? Вообще ничего не нажал. Арканами мог побить его и астрал кинуть. Вообще просто про АПКшил чел с руки автоатакой. ПКМом побежал бить. Очень странный мув. Крайне странный мув немножко, но да ладно. Давай ласт-хитить. Хотя бы динаить помогает, это и то хорошо. Отпушиваем лайн. Но немножко не понял, почему вайпера не забрали сейчас. У него же, я видел, арканы есть, да? Напишите в комментах, забрали бы вы вайпера в такой ситуации на Дестре. Получилось ли бы у вас нажать пару кнопок? Ребята, это очень важно. Это очень важно. Так, ну-ка, давай. Давай, давай. Ух ты, стенка, блин. Давай. Вайпер пришел. Сейчас буду болтами закидывать. Хорошо. Да у меня герой не слушается. Я, правда, сам себя, мне кажется, закидаю. О, сейчас могу отъехать. Не надо мне, пожалуйста. Не надо мне, пожалуйста. Так, мне нужен хил. Хорошо. И как он меня поджигает меня на этом. На чувачке. Твинхедовом просто поджигает меня. Оп. А я арканами закидываю. У меня мана просто не кончается. Болтами закидал. И все. Я могу болтами даже фармить, в принципе, мне кажется. Это имбовая эссенция вещь. Хорошо. Пусть выйдут. Отлично, все, болты есть, погнали. Болты есть, погнали. Там на топе, что за суета, да? Оп. Туда поможем. Хорошо.
Поможем. Хорошо. Ой-ой-ой, Рипера дает, но я не умру с Рипера. Хорош. Еще бы плюс один бы сюда на то, было бы нормально. Но я себе бустер только что взял. Бустер. Найс, найс, пойдет. Пойдет, бустер есть. Ну, я мог лучше расконтрить сейчас. Если честно, я двойку собирался некру отдать, но так получилось, что полетело в тиника. Поближе немного тиник был, мой глазомер меня немного подвел. И ближней целью являлся парнишка на тинике, к сожалению, ребят. И поэтому у меня кнопочка полетела не совсем туда, куда нужно. Добей в БМ его, пофиг вообще, у него нет там кнопок. Хорошо. Ну, ничего страшного, ребят, ничего. Ничего страшного. Хилочек берешь, погнали. Пешкой. Пешкой. Пешкой, сейчас Виталика бустера возьму. Алхимик у нас фрифармит. Хорошо, я возвращаюсь на лайн. Так, Винхеда сразу можно будет. Гоу. Любого можно тут килл, я думаю. Хорошо. Так, этот ульту вкинул. Я вот так сделаю. По идее, я должен жить. Нет, не живу. И этот забирает. Блин, ну грязная, грязная. Грязная вайперина. ДД! ДД чисто пишет. Радуется парень, ДД. Ну, немножко не подрассчитано, да, получается? Немножко не подрассчитано. Мне интересно, есть тут вард? Потому что вайпер постоянно уходит. Сразу же, как только мы начинаем нападать, он уходит. Так, ну это хрен с ним. Это наоборот изюминка. Но слишком много фида уже. Слишком много фида. Все лайны у нас что-то душатся. Так, ну вайпера надо задушить. Но я его не пробиваю магией. Очень тяжело магией он пробивается, потому что такой герой. Да это временно, на самом деле. Это временно. Го, наверное, куда? На топе постоим, да? На топе постоим. Это временно. Самый изюм начнется, когда уже сделаю бладстоун. Да, бладстоун, а тут копейка остается. Копеечка. У меня хп очень много. Бладстоун почти есть. Бладстоун почти есть. Ух, внизу, они все вниз спустились, стянулись. Чуть завардиться надо. О, барабаны, Найкс, красава. Вот, кстати, вот то, что нужно. Барабаны, то, что нужно. Я видел это во сне. Барабаны вот для МСов. Агри, агри. Хорошо. Хагрид. Пойдет. Фармим по максимуму. Фармируем. Отлично. Почти. Почти есть БЛ. Камень кровушки. Фармим по максимуму. Сейчас уже будут аганимы пулиться. Бладстоун почти есть. Копеечка. Жалко, я болта не могу закинуть в тэшку. Хорошо. 400 камень. Ух ты, смотри, как нафидели. Некро, а? Некро как нафидели. Камень 400. Сейчас заблокует, да? Не блокуй. Хорошо. Сейчас камень соберем и в пятером подраться надо будет. И на низ вообще ТП надо дать. Я на низ. Под фарм. И го. Там у нас алхимик нормально, он на full free. Один раз умер, это не страшно. Оппозиция хорошая, пацаны держатся. Держатся. Так, качаю-ка я, наверное, ультимативную. Вообще, Скай всегда собирается первым артефактом через Атос, ребята.
И через Атос вы можете делать просто лютые соло-фраги и просто спокойно убивать и мидера на четверке, и любых других героев, у кого нету какого-либо эскейпа касаемо, знаете, какого-то вот такого момента, чтобы он мог, вот знаете, Рейдж Найтса, там, Крутилка Джиггернаута, любого героя убивайте, у которого нету вот этих вот каких-то эскейпов. Там, даже Вивера можете попытаться убить, потому что у вас есть Сайленс. Печать имеет сенс. Так, есть Бладстоун. Хорошо. Гадраку. Цепанем. Чутка. Так, Алхимос фармивит. Отлично. О, скелетики. Отлично. Бладстоун имеется, ребятки. Бладстоун. Впятером. Луза. Хорошо. Найс. Химик 13 левел, можно, мне кажется. Мне кажется, можно. Найс. Даже есть. Но заберем все равно. Некр тут. Некр, некр, некр. Некр надо, пацаны. Вы че? Некр в спине. Да, пацаны, помогите! Во-во-во, он меня душит. Вот этого можем? Ладно, я соло справился. Не, вообще не понял, что происходит, почему Некролайт просто остался со мной? Все. Бэд, не пуш. Что это было? Почему он меня так хотел? А, он байбекнулся! Он байбекнулся! Я не видел! Ой, лол. Ой, лол, я не видел. Ой-ой-ой, что происходит? Что происходит? Опа. Хорош. Что вообще произошло? Я сейчас вообще не вкурил. Ну, чуть-чуть бластов нахапнули, ребят. Пойдет. Так, смотрите. Насколько я помню, ультимейт у Ская имеет такую приколюху. Колдаун 0 секунд с аганимом, но... Второй левел ультимейта, по-моему, я не помню сколько кд, но точно на первом левеле не дает 0 секунд колдауна, насколько я помню. Если я не ошибаюсь, потому что я давно не играл. Не играл давно на Sky. И именно вот этого нюанса не помню. Поэтому сейчас не будем пока брать 11 левел. По-моему, первый левел не дает 0 секунд кд ультимейта, а нам нужен 0 секундный кд. Next купим дагер, ребята. Дагер next, а мы потом поехали акторички. Так что... О, меня обходят там уже. Опасно. Опасно. Ты чё? Да если ты так меня башить будешь, то да, я Бладстоун и просру. Естественно. Хорошо. Нет, нет. Но я умер тут, Бладстоун и просрал. Да блин! Вот эти баши жесть как сейчас заруинили. Руинерские баши. Жесть. Просто руинерские баши. В упор стоишь, просто не можешь ничего сделать. Так, агоним он ему дал. Ладно, погнали. Заново собираем бладстоуны. Но бладстоунов, я думаю, 50 соберем. Это как-никак шторм. Не шторм. Это как-никак не шторм тебе. Хорошо, ульта у меня в КД, с руки бьем. Хорошо. Мне чуть-чуть вижна не хватило. Да ладно. Мне дагер нужен. Дагер нужен. Дагерочек нужен. Хорошо. Так, подожди, подожди, подожди. Аганим. Уже можно. Так, погнали, пробежимся. Надо... Найти кого-нибудь? Есть уже, отлично. Отлично. Пойдем к Тинику сбегаем. Отлично. Так, ну первый левел 20 секунд, второй левел 10. Вот, второй левел 10, я точно помню, что не фулл снижение. И 16 уровень нужен. 0, чтобы был.
ДД, брат. Опа, ДДшечка. Гоу, его. Так, второй левель уберу. Хорошо, это минус. Магнуса рядом нельзя ставить. Опа, еще есть. Хорошо, почти на вставочку даже. Все, меня можно одевать, 16 левел и поехало. Меня можно уже одевать. Доминация пошла, начинаем душить. Пойдет. Плюс. Чуть побегайте. Чуть. Только в драках в меня залазят, пацаны, если будут, то будет хорошо. Только в драках. А Магнус вечно так делает, надо ему выговор сделать, серьезно. Он постоянно вот какую-то дичь делает. Он постоянно так делает. Надо ему выговор, реально. Так, 12 бластов, но го мид отпор. Мид отпор, го. Пацаны идут. Я, кстати, соло вайпера потушил, между прочим. Можно было и ДДкнуть немножко. ДДкнуть. Так, алхимик сам сейчас лопнет, походу, да? Ой-ой-ой, надо сейвить. Сейвим. Хорошо, вон они. ДДкнуть надо. Надо бы ДДкнуть. Вот этого сюда. Ульту не буду тратить. Хорошо. Пойдет. Вардецкие бы, да? Детские, вардецкие. Так, Т-шка у меня откатилась уже. Блин, такой актив. Так, но он не выходил тюник отсюда. Он либо налево ушел, либо у него лотар уже. Поехала. Хорош. Все, пойдет. Чуть-чуть бладстоуна апнули. Левел не растет, ребята во мне сидят, левел делится. А мы сейчас быстренько апнемся. Что дальше собираем? Дальше Октарин. Можно. Я Октарины буду, скорее всего, делать. Октарины. Октарины. Дальше Октаринчики, ребята. Сейчас будем испепелять. Посмотрим, насколько лютое у нас испепеление будет. Левел у меня 14, уже надо 16. 16 левел. 16 левел надо. Чуть-чуть остается, в принципе. 14, еще 2 левела. Можно тревел еще сделать. С тревелом-то смысл в чем? Я мобильнее буду. Ребят, сейчас начнут хилки покупать, я быстрее оденусь. А то так как каракатица, я ж не фармлю особо. Не фармлю особо. 96 крипов на 23. Если 120 крипов на 20, это очень хороший крипстат для среднестатистического керри, не знаю. Типа это хороший КС. Так, ну пойдет. Пойдет. Можно драку даже затеять сейчас будет. Можно драку. Хорошо. Кто там идет? Уго вот этого. По-моему, он вард идет ставить. По-моему, он вард идет ставить. Хорош. Блин, как он тушит этот скай? Я не представляю, сейчас если начнется испепеление. А испепеление в любом случае начнется. Давайте бустер купим, ребят. Я так смотрю, у меня золото уже есть. Я два Виталика купил. Пойдет, значит, страшно. Так, а мне вот это еще можно продать. Два Виталити купил, поинт бустер нужен. Опа, вот и поинт бустер. Хорошо. Скуры. На СРП, брат. Лучше. Так, у меня не работает, да, солбустер один? Вот так берешь. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не работает, видите, надо Виталика бустера скинуть до конца. Раз, два, вот. Раз, два. Виталити бустер не работает, они не сочетаются почему-то, это баг. Потом просто перекладываешь,
А, Vitality Booster, ё-моё. Я, короче, перепутал вот с Point Booster, все дается. Это ж хп дается, лол. Короче, смотришь на ману, есть, короче, баг, почему я сейчас немного подзатупил. Есть баг, очень неприятный. И этот баг заключается в том, что... Фига там. Why not feel... Этот баг заключается в том, что, короче, Bloodstone с соулбустерами не сочетаются. Это плохо. Это плохо. Как я вовремя выпрыгнул, да? Хорош. Утащил. Тупо фраг. Тупо фраг утащил. Колбу даст. И чё, я ульт дам. Ой, вот это Магнус чисто, да. Меня Магнус зовут, да? Чисто меня Магнус зовут. Отвечаю вам. Чё, го? Чуть пофайтим. Поехали, садись. Такси! Такси, поехали! Чисто и погнало. Сейчас тут дефить будет. Дефить будет. Ждем. Чисто меня Магнус зовут. Хорошо. Киник какой-нибудь придет. Некро бы сразу задушить. И Октарин хочу, чтобы БМ немножко перебивать как-то. Октарин хочу, чтобы перебивать БМ. Вот тут надо подсматривать. Никого нет, никто не хочет дефить, да, походу? Не, боятся, они боятся тоже, не засели. Вайперино. Опа, промах. Тут... Тут моя ошибка, конечно, но... Так, поехала. Сейчас откатится, да, Юр. Испепеление! Ой-ой-ой, не надо, дядя! Дядя, оставляешь? Рож? Не, ну это на вставочку. Что еще поделать? Произошло немножко. То есть, мана фуловая, да блин, когда уже 16-й будет? 16-й левел. Почти. Сейчас будет испепеление, я вам говорю. Я тебе говорю, сейчас будет испепеление. Хилки, хилки. Парни. Всей толпой. Всей толпой можно уже хилочки. Сейчас подождем Октаринуса. Всей толпой. О, пошло дело. Собираем. Форстафы туда чисто. Все туда. Все туда. Форсы, не форсы. Так. Оп, найс. Так, дает мне все нормально. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Отлично. Все дает. Надо постоянно проверять. Так, есть 16-й. Гоу. Г. Испи... Испепелять. Пепелять. Испепеление. Пепел. Испепелять, получается, да? Испепеление же. Пепел, от слова пепел. Испепелять. Испепелять. Начальника, испепелять. Да, вот чисто, погнали. Испепелять. Да там у нас ходит. Не кур. Курва нетер. Сейчас мы курва нетер. Курва нетер хочу. Хорошо, полетело. Испепеление сейчас будет. Куда? Что это было? Зачем ты утаскиваешь? Просто испепеление. Не сработало. Он фулл мана есть уже, можно опять испепелять. Жесть, он заруинил этот Магнус. Ну ладно, ничего страшного. Так, хилки мне покупают, да? Испепеление. Ух, ё-моё. Хорош. Мана кончилась, не могу. Оп, мана есть немножко, могу. То есть я в БМ там хреначу. Надо отойти отсюда. Оп, мана нужна. Сейчас ману чуть арканами восстановим, болтами. Хорошо, чуть-чуть есть. Жесть! Но это люто.
ульте. Это люто. У меня уже full mana, хоть и 20 бладстоунов. 20 бладстоунов. Да. Ой-ой-ой. Сейчас мы тебя задраконим. Подожди. Оп, еще ульта. Жесть, это вообще что такое? Просто уничтожает. Просто мана бесконечна, я вам отвечаю. Тревел надо взять. Тревел надо взять, говорит. И берет себе снова. Пойдем еще сейчас, сейчас. Аккуратненько. Сейчас аккуратненько. Ой-ой-ой, жесть, там просто уничтожение. Вот и фул. Фул уже есть. Жесть, фуловая мана уже. Офигенно, что аркану и покидал просто фул мана опять. Так, хорошо. Хилки там в куре. Хилки в куре. Кто выходит, просто в тупую кидаете ультимейт, но желательно под самедло. Т и кнопочку. Он видит меня? А, барабаны, аура. Аура барабанов. Аура барабанов падает, он отошел поэтому. Пару фражочков сделаем и заберу. Жестко, блин. Крутой эффект на самом деле. Мне главное блада не просрать. Они могут здесь завардиться сейчас и будет немного проблематично. Жесть, тэшку нажал. Не прокнул, ладно, б. Вижен. Чуть вижена бы. Было бы круто. Монета. Дестер зачем-то вылез. Так, ладно, запуливаемся, захиливаемся, затариваемся. 5000 маны будет, вообще такой сейчас кринж будет. Но давайте тревел сейчас договоримся, что я сейчас с этих денег покупаю тревел себе. Надо взять тревел, ребят. Надо взять тревел. Так, раз, два, три, четыре. Вот так вот сделаем. Они не стакаются, чужие хилки не стакаются. Это жестко. Погнали. Что там? Нифига, твинхед бычится. Го, воспепелим. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое за дэмэдж? Это что такое? Тупо... Вообще жесть. Что это? Так, мне нужен тревел. Тревел нужен. Вообще жесть. Что там за дома? Это сейчас, прикиньте, если Магнус РП подставит пятерых, это можно так запипелить. Так, 3200. ГМБ химик подбайтит. И попробуем РП пятерых, и я ультами заовню. Несмотря на то, что дэмэдж на ультимейте делится, но мне еще один Октарин остался, ребята. Еще один, потом даггер, если что, продадим. Так вот. Несмотря на то, что у Ская дэмэдж делится в ультимейте, несмотря на то, что сколько там народу, да, то есть если 2 человека делится на 2, 3 человека на 3, 4, 4, 5 и 5, то есть и тому подобное. То есть тут написано 1400 дэмэджа, да, и это 1400 дэмэджа делится на всех, кто в радиусе вот этого ультимейта. Вот, и поэтому, как бы казалось бы плохо, да, когда толпой становится, ребята. О, жесть. Здесь я там просто накидываю. Просто накидываю. Не-не-не, опасно, опасно, опасно. Опасно, отходим.
Я просто в тупую ультра скидываю и все. Так, 1400 маны, да, надо пару арканок запрокать. Так, не сработало. Да ты шо? Да, 6. Да куда ты в меня рипера даешь? Серьезно? Ха? Бро, все ок. Все ок, бэ. РП есть. Говорит, бей. Побей крипов. Я хиляюсь. Я хиляюсь, когда бьют крипов. Хорошо. Только когда у тебя хп не достает. Если что. Тебе хп чуть слить надо. Гоу. РП, РП. 4. Давай, давай, давай. Хотя... Ой-ой-ой, ну что ж так. Не поймал ты уже тайминг. Блин, надо было вот это убивать. Ой-ой-ой-ой. Жесть, испепелялка. Ой, БКБ нажал. Серьезно? Не надо, дядя. Не надо. Оп, ну бластон скинем, да? Бластон скинул. Хорош. Найс. Хорош. Ну, мог забрать, кстати. Хорош. Неплохо. Неплохо. Пойдет. Бладстоун скинул, найс, заряды я не потерял. Ребята сразу сообразили, парень. Побежал, сообразил. РП нет. Лучше. Четверых. И в комби была бы пушка. У Найкс ассимилейт был, но не додумался он немножко. Жаль. Я бы выхилялся. Я бы выхилился. Ну, нормально, нормально. Так, пацаны. Г чуть попушим. Не, отпор дают чутка. Трик забрали еще. Жесть. Ну, дают, дают пацаны. Пытаются. Химику надо одеться. Жесть, вы видели, как я смел троих просто за ультимейт, за РПшку? Как я просто их смел. Это жесткий дэмэдж. Очень жесткий. Очень жесткий дэмэдж. Так, Бладстоун имеется. Бустер тоже я сейчас куплю. Погнали. Хорошо. Бустер имеется тоже. Даггер выложу. Вот так даешь. Хорошо. Жесть, я тут запакован. Марсун. Не надо. Так, Vision и Go. Садитесь. Хорошо. Так, у Вайпера БКБ надо не забыть. Вообще, куру рядом с собой таскать надо, чтобы... Бладстоуны не восрать. Но мало, мало, мало Бладстоун. Тут соберем максимум 50. Максимум. Вот сюда. Мне кажется, мы можем. Мы можем, мне кажется. Так, ну вот сюда куру поставим. Куру поставим. Опсы бы туда. Хотя они сейчас тут дефить будут. Если что, Бладстоун дропаем и забираем курой. Нормально будет. Главное, чтобы не разбили. Ну, разобьют, ничего, другой соберем. Уже можно будет тогда Октарин собрать, в принципе. Сути дела не меняет. Вард стоит. Тут опс. Опс тут. Оп. Жесть. Испепелил просто. Сколько там ультов было, я не знаю, но это очень быстро. Это очень быстро. Оп. Хорош. Еще прожог. Просто только ребята теряют бдительность и бесконтактный бой. Вы просто уничтожаете с ультимейта. Гоу туда. Массовый телепортинг. Это круто. Оп, все, фулл мана есть. Вот сюда.
Жестко. То есть, кто бы ни выходил, то есть, просто сразу испепеление. Если Sky никто не видит, ну реально, это тупо пепелишь и все. Вот тут опс. Тупо испепеление. Это жестко. Да, все КП потерял. Просто. Сейчас восстановим ману. Оп, хорош. МПшки нету, жалко. Не могу. ББ. Так, ну я позиционку стараюсь держать, чтобы не отдать БС еще. Да, на ульт таки наступил он. Таки на ульт наступил. Опа, испепеление работает. Ух, сколько хп у меня мало. Сюда, дядь. Подожди, еще испепеление. Жесть, что это? Блин, ну реально имбово. Просто имбово. Не пуш. Просто имба. Ой-ой-ой. Кто там резнулся? Ага, псукс. Сейчас еще поставлю, не переживай. Ай-яй-яй, ты что такое делаешь? Найс юл. Криса. Улетел. Улетел. Оп. Подставился. Жесть. Отлично, на базу, гоу. Виверна бан. Рофлит. Какой виверна бан? У нас нету договоренностей никаких. Пойдет, ну нормально, душим. Жесть. Пар алхимику. Все, я на базу. Так, еще один Октарин имеется у меня. Куру я держал чисто, чтобы Блада не просрать. Ну пойдет. Жесть. Блин, ребят, ну это круто. Пробуйте с друзьями, попробуйте собраться тоже так компашкой. И поюзать эти ультимейты. Это реально очень годная тема. Ну реально очень годная. Вы сами видите, этот весь процесс испепеления работает. Все-таки Г-байт все-таки. И попробуем. Что-то у меня, по-моему, не работает, ребят. Давайте я выложу. Так, 2200. Раз, два, три. Видели? Я поднял бластон, он не дает. Вот, сейчас не дает, видите? Как-то надо. Раз, два, три, четыре. Вот, вот теперь правильно, смотрите. 4200 маны стало. Было 3900. Стой, испепеление настигнет везде. Везде настигнет. Видели? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чисто так. Раскидывание. Жестко. Побайтим? Побайтим на РП, попробуем. Пятерых. Вообще люто будет. Прикиньте, если прокнет еще. Я считал, 22 раза у меня выпадал Mystic Flare. 22 раза. С этой комбинацией. Прикиньте, 22 раза сработала ультимативная способность. То есть не сработала, а в целом получилось так, что брокали у меня эссенции. И получается 22 ультимейта. У меня там Найксы в пятером стояли по 6к хп. Они, короче, просто вот так хп у них ушли. Это жесть. Это жестко. Это жестко. Фексы, Атосы. Нифига себе, там дизейбл собрал. Некр ждет чего-то, да? Можно дистанционно подпилить и четверых задушить. Потому что они, мне кажется, позиционку будут держать. Все равно. Позиционку держать. Октарин бы. Репрешер арба, окей.
Ну, пробовать. Прикиньте, если сейчас получится, сделаем, как это будет мощно, мощно. Так, 22-й. Хорошо. Пушают, ребята, пусть. По чуть. Пушают. Магнус в открытую так стоит. В открытую не получится. Куда ты? Байча, ты не должен байтить. Байтит. Байтит. Ой-ой-ой, алхимик должен байтить. Они должны понять, что алхимик чисто такой, знаете, дурачок, да? Ская сожжем. Мана чуть кончилась, чуть-чуть. Ну, по алхимик ГГ. Тут надо РП ходять. О, щит. Ух, БКБшка еще одна. Оп, блады. Не успел, успел. Оп, найс, я успел бладстоун взять. Забрал, найс, четенько. Блин, такие лоу хэповые остались, да? Не-не-не, подожди. Хорошо. Хорошо. БКБшки собрали, пацаны, прикинь. Хорошо. Да ты шо. Ну, кстати, я тут могу сейчас получить, мне кажется. О, да, получил я. Получил, возможно. Хотя... Нет! Не успел я, просто не успел. Лоу хп, ой, не лоу хп, даггер чисто копеечка была. Жесть. Ну ладно, просрали блады, но резнулись. Окей. Гэпуш. В принципе, вот там уже собрали пацаны БКБ, уже сейчас тяжелее, да? Позиция уже серьезная. Так, ну, ситуация такая. Бладстоуны просрали, не добью табор, не успеваю уже. Жесть. Дайгер чисто там в микро КД. Сбивает постоянно. Химику слоты нужны. Сейчас начнется самая интересная игра, которая... Стрики называется. Пацаны дают. Так. Опсы есть. Сколько? Два раза Бладстоун засейвил, тут уже не варик был сейвить. Пятером. Пятером надо уже душить. Надо пытаться. Они уже сейчас будут такие на характере, пацаны. Нет, это потное. Это потное будет. О, Рошан, смотрите. Тут еще в лесу кто-то есть. Но если поставит РП... Куда ты делаешь? Ты что? Жесть, вот заруинил. Магнус. Атос. Ой, Атос. Магнус, конечно... Магнус, конечно, дает. Жесть, Магнус там сдвинул, и там самый этот был. Самый сок. Хорош. Магнус сдвинул. Очень люто закомбинили. Давайте, го, Рошу сами. Магнус. Жесть, ты сдвинул их. Там времени еще много было. Он их очень сильно подвинул. У меня 4000 маны, смотрите. Опять Бладстоун багнулся. Надо выкладывать. Было 4200. Раз, два, три, четыре. Не берется. Так, первым берем Бладстоун. Раз, два, три. Вот, 4400. Значит, 400 маны пропадает, видели? Обратите внимание. Пойдет. Гамит. Гамит. Магнус чуть-чуть сдвинул тогда. Вот тоже так на самом деле. Долго нельзя же, да? Продерживать. И Дестер рядом не было. Прям надо, чтобы... Четенько. Тык-тык-тык-тык, вот так вот. Что там... Этот работает, блин. Иди сюда, дядь. Ну, не знаю, не вижу его. Хорошо. Всю ману просрал. Опсы с энтри, сбей. Хорошо, пойдет. Найкс там скирасы уже. Если в меня тини в БКБ прыгает, это бабошка.
О, бошка. А, надо побить чуть-чуть. Вот сюда, куру. БКБ хикайтим. Ломай вот эту боковинку. Хорошо. Ой-ой-ой, как там надамажило люто. Но не забрали. Ничего страшного. БКБ, найс, БКБ прожал он, да? Ох, как успели мы. А этот БКБ, да, на тинике? Отходим, отходим. Но мне кажется, сейчас чувачок на некре может сделать вещь. Вот это сюда. Это вот, с аркан задошим. Мана пока наберется. Оп, вот так вот. А, подожди, подожди, комбик. Хорош, это минус. Отлично. И некро можно еще. Какой некро? Мана фуловая. Не достаю тупо. Тупо не достаю. Тупо не достаю. О, испепеление, прикинь. Поехала. Просто испепеление. Хорошо. Пойдет. Жестко камбэкнули. Оп, вот это сюда. Вот это вот так. Пойдем еще, кто там резается. 17 секунд, да? 17 секунд. Блин, если бы я не умирал, но это невозможно. Там пацаны нормально более-менее делают. Можно было бы столько тут. Так, 7 секунд, это кто у нас? Ага, псих-саппорт. Сейчас и улица будет. О, хорош. БКБ не жми, дядь. О, испепелялка просто нереальная. Жесть. Просто нереально пепелит. Это жестко. Ну давайте еще одна. Кто там? 6 секунд. Вайпер. Ну БКБ пусть жмет. Пусть БКБ жмет. БКБ нажал. Умничка. Жесть, там столько ультов. Сейчас БКБ пропадет, дядь? Нападем. Оп, подожди. О! Ха-ха, стоит, бьет. Блин! Ну это жестко, ребят. Это жестко. Это реально рабочая тема, и это очень жесткая тема. А что если испепеление, да? Очень жестко, на самом деле. Пепелит по-страшному. Очень страшно испепеляет просто. Уничтожение. Просто уничтожение. Жалко, дистанции чуть не хватает, чтобы, знаете, вообще там огромнейшая дистанция была, чтобы можно было прям... Ну, давайте вот, вот просто можно побаловаться, да? Где они там? Вон они идут. Просто баловаться можно даже. На огромном расстоянии закидываешь ультимейт и все. Вот так вот просто. Просто балуешься. И все. Просто балуешься. О, БКБ развел. Закат с ума, да. Хорошо. И сейчас на развороте подработаем. Все, вот и весь смысл. Вообще жесть. Что это такое? ГГ. Ребят, ну вот такая катка у нас получилась на Скае. И в комбинации с эссенцией аурой под Дестройера. Получилось крайне люто. Если честно, думал, будет максимально жестче. Но, в принципе, получилось так, как получилось. Мне понравилось. В целом, это рабочая страта. Полностью рабочая, ребятки. Пробуйте с друзьями, душите, играйте. И, в принципе, на этом все. Друзья, поставьте лайк за старание. Спасибо всем, кто посмотрел этот видос. Напишите, конечно же, в комментариях, как он вам, этот видос. Прикольно или нет. Ну и, в принципе, все. С вами был Ксеназос. И до скорого.